Добрый вечер, дорогие друзья. Fight Master Team снова в эфире. И снова мы радуем вас спортивным мероприятием. Сегодня 11-й турнир серии Selection. В рамках сегодняшнего турнира пройдут два боя из нашей серии Гран-при, где мы определим двух полуфиналистов серии 2020 Гран-при этого сезона, а также четыре поединка среди любителей по смешанному боевому единоборству. Впереди вас ждут захватывающие бои. Ну а пока, перед началом эфира, спортсмены и судьи проходят судейский семинар. Скоро начнутся схватки. Приготовьтесь, запаситесь терпением. Надеемся, сегодняшний вечер вы полностью проведете вместе с нашей командой.
Друзья, остается считанные минуты до начала схваток. Конечно же, сегодняшний день диктует свои правила. Многие бойцы по обстоятельствам здоровья не смогли принять участие. Однако наша команда не сидит сложа руки. И мы решили пробить наших любителей, заполнить карт, посмотреть их уровень и также не дать бойцам простаивать в этот нелегкий для спорта период. Ну что, приятного просмотра. Через пару минут мы начинаем первый поединок нашего тура. Добрый вечер, друзья. Ну что, вот первый бой в прямом эфире. Команда Fightmaster. Владимир Марков. Добрый вечер, Роман Шелегеда. Сегодня мы будем комментировать наше мероприятие. Ну что, молодой боец выходит. Уже молодой, но уже опытный. Александр Ворушило. Подающий надежды спортсмен. Посмотрим, как он себя проявит в сегодняшнем бою. Ну, Саша не так давно дрался на турнире по любителям. Огнем горит огонь. Вызвал соперника более тяжелого категории на бой. Поединок решил проверить свои силы. Ну и, конечно же, мы дали ему эту возможность в рамках нашего сегодняшнего турнира. Такой трэш-ток по-донецки небольшой, да? Ну, начинают перенимать наши ребята опыт бойцов. В синем углу октагона будет многократный победитель и призер турниров по ММА и боевому самбо, представитель команды «Ратник» из города Макеевки Владислав Придихин. We'll be right back.
Дмитрий Пантагоне, Максим Николайцев. Судья готов. Ну что, друзья, начинается первый поединок нашего турнира. Боец готов. Бой! Регламент поединка 3 раунда по 3 минуты. Как видите, бойцы работают по любительским правилам, экипированы футы, голень, стопа, шлемы, капы, бандажи. Это минимизирует травмы. Ребята молодые, пока у них небольшой опыт участия в турнирах. Небольшая разведка происходит, хотя вот все, разведка закончилась. Пока оба бойца предлагают размен. Чуть более точный боец в синем. Попытка сейчас перевода. Владислав прижимает к октагону Сашу. И красивый слэм в исполнении Вячеслава Бредихина. Сейчас Владислав пытается контролировать своего соперника на конвасе. Пока у него это получается. И он переходит в позицию full mount. Очень опасно для Александра. Отдает он спину. И попытка выхода на удушение пока не состоялась. Ну вот встает Александр. Пытается сбросить соперника и улучшить позицию. Удачная у него попытка. Получается. Занял позицию доминирующую. Мы слышим, как подсказывают секунданты. Опять проводит. Был красивый слэм. Владислав опять прислэмил Сашу к октагону. Попытка номер два Александра выйти из сложной ситуации. Надо делать активные движения бойцу синим. Да, вот поднимает рефери в стойку. Да, я так тоже как считаю, не было что это верное движения. Решение. Активной работы не было. Бой! Как мы видим, оба заряжены на хорошую рубку. Приятно видеть ребят запалом. Ну, пока мисс Владислав лидирует, забирает этот раунд на данный момент. Да, два прохода, действия, два тейкдауна. Да. И сейчас попадание. Опять жесткий прессинг со стороны Владислава и гонг. Раунд закончился, очень интересный раунд. Ну, на мое мнение, наверное, Владислав. Да, я к тебе присоединюсь, Ром. Думаю, что Саша проиграл первый раунд. Ну, хотя концовочку выдал такую зубодробительную. Ну, не стесняясь, бойцы идут на размен. Очень открытая работа. Как по-твоему? Я думаю, нас ждет захватывающий второй раунд. Мне такое предчувствие. Ну да, Александру надо идти вперед, компенсировать проигрыш в первом раунде. Надеемся, он сейчас сделает. Не, ну опять же, как судьи судят, сугубо наше мнение. Судьи могут по-другому считать. Данный формат турниров позволяет любителям шагнуть одним шагом в мир профессионалов. Обстановка тому свидетельствует. Свет, звук, судейство, секунданты. Все это приближает их к профессиональной карьере. Итак, второй раунд. Небольшая разведка. По-моему, Владислав уже ждет Сашу на контр
атаке готовит встречу. Но Александру необходимо быть первым номером. Пока одиночными действиями обмениваются спортсмены. Лоу. Хороший лоу-кик. От Владислава. Зашел в цель. Ух, зарядил как по воздуху. Саша пытается найти свою дистанцию. Активнее работает. Но пока безрезультативно. Одиночными действиями работают оба бойца. Очередной лоу-кик в исполнении Владислава. Достигает своей цели. Отличная двойка со стороны Александра. Правый достигает цели. Ну, осторожничает во втором раунде. Не находишь, Ума? А теперь попадание от Владислава в размене. Чуть точнее. Ну, более-менее ровно пока ведут бой спортсмены. Первый раунд пытались друг друга. Вот. Откликнувшись на мои слова, парни пошли в атаку. Начинается более открытый бой. Коленом в корпус от Александра. Отличный тейкдаун. И сейчас Саша занял доминирующую позицию, забрал спину и пытается закрепиться в этой позиции, не дать себя сбросить, стянуть. Обрабатывают голову Владислава. И попытка удушающего. Александр пытается выйти на удушение со спины. Добивание. Стоп! Конец второго раунда. Ну, спасает Владислава, я думаю. Очень неудобная ситуация он был. Возможно, второй раунд за Александром. И, возможно, на судейских записках счет по раундам 1-1. Но опять же, это наше мнение. Ну, как мое видение, да, первый раунд за Владиславом, второй раунд Саша смог забрать явно концовку, был в выгодной позиции, да, был выход на прием. Немного было активных действий во втором раунде, но думаю, эта концовка перевесила в сторону Александра, поэтому, скорее всего, 1-1 по раундам. И сейчас мы увидим решающий раунд. Третий раунд покажет. Напомним, регламент этих боев среди любителей 3 раунда по 3 минуты. 2 отрезка уже позади. Остается финишный отрезок в 3 минуты. Именно он определит чемпиона сегодняшнего боя. Ну что ж, третий раунд. Судья готов. Я, конечно, искренне болею за нашего представителя команды Fightmaster Александра Ворушила. Однако его соперник не менее достойный боец. Опять чуть-чуть выжидает в начале, как в начале каждого раунда. Ну, видно, ребята работают над физикой. Хорошо сложены, атлетичные парни. И им еще нет 18 лет, я так понял, правильно? Да, это у нас юниоры. 17-летние парни, которые уже хотят драться. Что не может не радовать. Я думаю, что это наше будущее, нашего спорта. Поэтому на них надежда большая. Тренируясь вместе с профессионалами, с командой Fightmaster, прикасаясь к их опыту, я думаю, у них хорошее будущее. Бойцы
Пока рефери. Здесь мы не видели активных действий. Вот лоу-кик от Александра. Еще один небольшой обозначение. Особого ущерба не приносим Владиславу. Еще один лоу. Готовит Владислав. Бойцы готовят атаку решительную. Осторожничают. Начинает работать Владислав первым номером. Мне кажется, оба ищут возможность для тейкдауна. Да. Так и получается. И Владислав реализовывает эту возможность, проводя тейкдаун и делая контроль. Да, возможно, это решающий. Боковой контроль, да, да, я думаю, дает преимущество в данный момент. Саша остается вырабатывать и попытаться встать из этой позиции. Ну, в партере, смотрю, нет активной работы. Активнее работа. Стоп, стойка. И рефери поднимает бойцов на ноги. Бой! Да, остаются считанные секунды. Ну, Саше надо делать тейкдаун. По мне так надо делать тейкдаун. Попытка треугольника. Александр пытается сделать прием удушения треугольником. Чуть-чуть неплотный захват. И вот секунданты советуют попытаться сделать рычаг руки. Время. Раунд завершен. Раунд и... Hey!
Мы приглашаем его соперника в синий угол октагона. Приглашается боец, представляющий клуб «Регион», серебряный призер первенства мира по самбо, победитель открытых турниров по паркадиону моего самбо «Джи-Джи», серебряный призер всероссийского турнира по рукопашному бою. Встречайте, Артем Нечитайленко. Да будет битва. Рефери в октагоне Максим Николаевич. Ну что, друзья, мы переходим ко второму поединку нашего турнира. Представители команды Fight Master Team, представляющие два разных клуба, объединенные одной большой целью. Клуб «Файтмастер» и клуб «Легион». Виталий, начиная с лоу-кика. Ну, Виталик опытный соперник. Артем выступал уже на международном уровне, выезжал в Российскую Федерацию. Артем более нацелен на борцовскую технику. Ну, мы видим, что по антропометрическим данным у Виталика хорошее преимущество в длине рук. Лоу зашел. Попытка прохода. И сейчас Виталик оказывается на канвасе. Артем начинает монотонно выходить в доминирующую позицию. Попытка выхода на север-юг. Там надо активные действия. Напомним, без активных действий рефери имеют полное право поднять спортсменов на ноги в стойку. Сейчас занимает позицию гард. Артем пытается активно работать, дабы не упустить свою позицию. И попытка граунд энд паунда. И приглашает своего оппонента в стойку. Ром, кому ты отдашь преимущество вот на первый взгляд? На данный момент бойцу в синем. Преимущество на его счету тейкдаун. И вот сейчас, как мы видим, опять контроль. Виталик, по-моему, заигрывается. Делая специфические, очень сложные координационные действия. Сайд-контроль в исполнении Артема Нечитайленко. Но опять же, никаких технических действий. Вот и рефери поднимает стойку. На данный момент Виталий забирает раунд. Ой, не Виталик. Артем. Артем Нечитайленко. Синий угол, клуб «Легион». Виталий Шпетный, красный угол, клуб «Fight Masters», Донецк. И, как мы видим, третий тейкдаун. Опять позиция гард. Закрывает позицию Виталий. Активней. И пытается атаковать снизу, лежа со спины. Стоп, стой. 10 секунд остается. Ну. Да, закончился первый раунд. Ну, синий боец в синем забирает этот раунд. Благодаря трем тейкдаунам, великолепно использованному контролю в партере. Да, соглашусь с тобой. Надо что-то делать.
менять чуть-чуть свои тактики. Но мне кажется, вот такие турниры и заставляют бойцов оценивать свою работу, анализировать ее, менять. Пока мы видим на любительском уровне много недоработок, как в стойке, так и в партере. Ну, конечно, для этого и создают и делаются эти турниры, и дается возможность молодым ребятам показать себя в соревновательной практике, так сказать. Но мы рады, что у нас есть своя арена, и мы можем в этот непростой период для спорта реализовывать спортивные проекты, даже без зрителей. Как вы видите, трибуны сегодня пусты. Однако бойцовский дух живет в нашей крепости, не угасает, и ребята продолжают практиковаться. Ну что, второй раунд. Готов? Готов? Бой! Виталик опять начинает с ноги. Лоу-кик от Артема. И пропускает удар от Артема. Очень размашистая техника ног у Виталика. Чуть-чуть зацепил. Ну, опять перевод партер от Артема. Очередной тейкдаун в исполнении представителя команды «Легион». Ну, опять же, без активных действий. Сейчас рефери, скорее всего, поднимет их в стойку, если не будет активных действий. Вот снизу пытается Виталик работать. Да. Да. Получается, у Виталика больше получается удара в партере, когда он находится... Бой! И опять бойцы продолжают работу в стойке. Стоп! Попадание. Очередной лоу-кик. Немножко не в цель. Не в ту цель. Рефери дает паузу, восстановиться. По правилам до 5 минут можно восстанавливаться. Артем. Все, Виталий готов. Продолжение второго раунда. Взаимное уважение. Понятно, что это было сделано ненамеренно. Пошел вперед Виталик. Ох, какой динамичный. Опять уходит вниз. Пытается работать снизу. И причем у него очень активно получается работа со спины. Может, у него есть план какой-то на бой? Активнее. Возможно. Может, хочет он сделать прием из партера. Судя по его попыткам... Вот сейчас добивание сверху от Артема. Ну, комфортно себя чувствуют бойцы в партере. Не стараются. Попытка. Вязать, работают, думают. Активней. Сейчас рефери поднимет стойку, скорее всего. Но это очки для нижнего, когда он пробивает снизу. И мы слышим сигнал о приближающейся концовке второго раунда. Стоп! Закончился второй раунд. Ну, твое мнение, мне кажется, 2-0 по раундам ведет. За счет тейкдауна вы работы сверху. Доминация, я думаю, что по судейским запискам пока выигрывает Артем, но это мое сугубо личное мнение.
Виталик снизу работает активно, но он лежит на полу, на спине. Пропускает тейкдауны. Надеемся, секунданты смогут настроить его на третий раунд. И он покажет нам что-то интересное. Но Артему остается закрепить свой успех правильной работой. Я уверен, что мышцы – это не главное. Правильное сочетание мышц и ума дает хорошего бойца. Боец должен быстро принимать решения, искать новые пути, если у него не получается заданный план. Ну а также слушать своих секундантов и тренеров. Впереди третий раунд. Ром, как твое мнение, сможет Виталик вырвать победу? Есть ли у него шанс? Шансы, да, есть. Посмотрим. Шанс на досрочную победу. 3 минуты, целая вечность, поэтому... Я готов. Ну что, финишный отрезок, 3 минуты. Виталий Шпетный, красный угол. Артем Нечиталенко, синий угол. И вот он проводит лоу-кик, после которого Виталик оказывается на полу и пытается добить из стойки. Бой! Стойку. Агрессивно начинает Артем. Мы уже увидим, что отбил ногу. Артем. По-видимому, повреждена нога у него, у Виталия. Пытаются, конечно же, бойцы делать сложные элементы, такие как вертушка. И мы видим, что травмирована нога у Виталика. Давай. И уже еле встает боец. Готов продолжать? Бой! Да, вот видим полное доминирование к сетке бойцов. Виталик сразу проходит. Артем включает прессинг. Много попаданий. Отсушил ногу. Бой отсушил ногу Виталика уже. В его пользу продвигается. Очередное попадание. Ну что, видим, что на моральности уже волевых качествах Виталик дорабатывает. Скажем так, выживает. Выживает. Третий раунд с отбитой ногой. Мы видим, он вынужден поменять, встать не в свою стойку. Хорошая работа от Артема. Да, Артем монотонно. Прессинг, да. Не спеша идет уверенно, да, к своей победе в этом бою. Ух ты, какие элементы. Мы видим интересную технику. Ну, когда оно получается, оно... Да что, смирились уже с результатом. И завершается этот поединок. Ждем решения судейского корпуса. Я думаю, что единогласным решением этот бой будет за Артемом.
что, друзья, решением судейского корпуса последний, пожалуйста, на середину. В этом бою единогласным решением судей победу одержал представитель клуба «Легион» Артем Нечитайленко. Go!
Ну а соперникам синего октагона мы приглашаем бойца из города Донецка, многократного победителя и призера турниров по боевому самбо и ММА, представляющий клуб «Македон». Встречайте, Александр Кидяков. В октагоне Максим Николаевич. Ну что, мы переходим к четвертому поединку нашего вечера. Судья готов? Судья готов? Ой! Богдан Иванюшин, очень опытный боец, против Александра Киндякова, представляющий клуб «Македон». Активно начали бойцы, тот и другой, без разведки, скажем так. Ну, Богдан уже имеет хороший опыт выступления в международных стартах, однако Александр не тушуется. Хороший тейкдаун, сделанный вовремя. Богдан. Александр улучшает позицию. Теряет контроль. Выходит. Опять поменялась позиция. И опять смена позиции в этом бою. Сайд-контроль. Богдан Иванюшин закрепляется в этой позиции. Но опять же надо работать сверху, потому что судья может, рефери может поднять, если не будет активным. Попытка оттянуть ногами. Хорошая позиция. Хорошая. Мы видим активную работу в партере, поэтому... Да, Богдан пока справляется поэтому... со всеми контратаками. Поэтому рефери не поднимает в стойку. Активно работают бойцы и нижние, и верхние. Сейчас чуть-чуть успокоились. Мы видимся. Богдан пытается выйти full mount, что у него и получается. Академично работает Богдан сверху. Все по этапу. С бокового выход в маунт. Попытка сейчас добивания. Сказывается уже опыт Богдана. За его спиной много турниров, пройденных по любителям. Идет. Нет. Сейчас возможность взять спину. Опять заходит full mount. И попытка добывания. Сейчас Александру остается только выходить из этой позиции. Попытка выход на амбар. Была попытка треугольника закончить, как Хабиб закончил с Гэджи. Но чуть не получилось, не хватило опыта. Да, ну, очень хотят наши ребята выход быть похожи на топовых выход на бойцов. И выход на рычаг локтя. Стоп.
все постучал. Была сдача. Была сдача. И мы поздравляем Богдана с этой победой. Ждем решения судейской коллегии. В первом раунде болевым приемом на руку победу одержал Иванюшин Богдан, команда «Файтмастер». Очередная пара бойцов. Хотим представить генеральных партнеров нашего турнира. Друзья, все наши спортивные мероприятия проходят благодаря поддержке наших старых добрых друзей. Это компания «Лидерторг 2018», компания «Мастерторг», компания «Мустек», интернет-провайдер «Тринити», интернет-провайдер «Промтелеком», компания «Соцаспект», а также ресторан «Барбари». Все это наши партнеры, которые уже на протяжении 5 лет помогают команде «Файтмастер» не только нашим спортсменам, но и всем спортсменам нашей республики, организовывая вот такие прекрасные спортивные события. Ну что, мы переходим к следующему поединку нашего вечера. Бою в категории до 77 килограмм. И в красный угол октагона приглашается боец из команды «Файтмастер Тим», многократный победитель и призер турнира по ММА под Родиону, боевому самбо и бразильскому джиу-джитсу Владимир Семеняка. Thank you.
Cup Series Selection. Встречайте, Дмитрий Богачев. Ну что, очередной четвертый бой по любительским правилам. Регламент 3 раунда по 3 минуты. Встречается 2 одноклубника. Ну, Владимиру Семеняке только недавно исполнилось 18 лет. Он уже себя будет пробовать совсем другой категории. Ну да, на взрослом уровне, скажем так. Здесь он может протестировать. Дима давно у нас тренируется, участвовал неоднократно в турнирах. Больше акцент он делает на грэплинг и BJJ. Ну, видно, заряжается Дима, да, хочет, ищет свой момент. Ищет свой момент. И вот сейчас спортсмены, да, возле сетки. Дмитрий пытается перевести в партер бой. Вова ему сопротивляется. Пока удачная защита со стороны Владимира. Физически помощнее выглядит Дмитрий. Ну, застыли. Сейчас маленькая пауза у нас в бою. Попытка удушения со стороны Владимира. Удушение только через руку. Рефи делает замечание. Любительские правила. Ну, мы видим очень динамичную схватку. Проходит сейчас ноги Дмитрий. Пытается улучшить позицию, зайти в сайд-контроль. Ну, без удара все со стороны Димы. Только сейчас начал работать добиванием. Сейчас невыгодная ситуация. Владимир, оказывается, отдает спину. И сейчас у Дмитрия есть шанс сделать прием. Его стихия. Активно надо действовать Владимиру. И выход на удушение. Все, сдается.
финиш удушающим приемом. Победу завершает Дмитрий Богачев. Победу удушающим приемом одержал представитель команды Fight Master Дмитрий Богачев. Пацаны, пацаны, сюда! Ребят! Впереди вас ждут отборочные поединки за право войти в полуфинал Гран-при 2020. Буквально через 5 минут мы начнем. Ну что, друзья, переходим к основной части нашего турнира. И впереди вас ждет два поединка по любительским правилам. Приглашаем бойца команды
турниров по ММА и кикбоксингу. Встречайте, Андрей Зайцев. Ну что, мы переходим к основному карду нашего гран-при. Бой весовой категории до 65,8 килограмм. Зайцев Андрей, красный угол. Курбатов Владислав, синий угол. Это у нас выход в полуфинал. Ой, хороший отхват сделал Владислав. И Андрей вынужден выходить из неудобной позиции. Активно начал работать, активно занял позицию и потерял ее. Андрей выходит в удобную для себя позицию гард. И монотонно подвигает соперника к октагону. Напоминаю, клетки. Здесь уже у нас 5-раундовые периоды. 2 раунда по 5 минут с возможностью экстра раунда. Да, эта серия призвана соединить любительский уровень с профессиональной бойцовской карьерой. Ребята делают первый шаг. Отработают, корпус голова отрабатывает Андрей. Пока грамотно он работает. Сохраняет свою позицию и преимущество. Показывает активность, работает, набирает таким образом очки. Андрей был участником летней серии Fight Weekend. К сожалению, там не смог выиграть. И если не ошибаюсь, так же, как и Владислав, тоже участвовал в летней серии. И тоже неудачно. Но сейчас у них есть смотрю, момент ребята реабилитироваться. Пытаются делать приемы. Переход мы на Монплату очень хороший. Андраков. Пока Андрей удачно защищается. И переход на треугольник. И мы видим попытку треугольника со стороны Владислава. Хорошая попытка. И мы видим сдачу, да, сдача в этом бою. Треугольник. В первом раунде удушающим приемом треугольник
Победу одержал Владислав Курбатов, ратник. И выходит по полуфинала финала Гран-при 2020 этого сезона. Thank you.
чемпиона города Ростова по ММА, чемпиона ДНР по ММА, бойца, представляющий город Макеевку, клуб «Ратник». Встречайте, Илья Солодов. Ремери в октагоне Максим Николаевцев. Максим Васильевич. Ну что, друзья, переходим к финальному поединку сегодняшнего турнира. 1/4 финала ран-при категории до 84 килограмм. Зиненко Андрей Легион, Солодун Илья Ратник. Да, сразу без разведки ребята начали работать. Вот. Хорошо встретил Илья. Ищу. Попадание от Ильи и попытка перевода в партер. Однако перевод пока не получается. Андрей удачно защищается. И опять уходит на дистанцию. И остается в стойке. Прямой обмен действиями. Напоминаю, два раунда по 5 минут у нас. Бойцы так активно начали прессинг со стороны Ильи. Пока бойцы предлагают выяснение отношений в стойке. Работа коленом по корпусу от одного и второго. Застыли в позиции в обоюдном захвате. И вот он перевод со стороны Ильи. Сейчас Андрею нужно срочно принимать решение, выходить из позиции. Что мы видим, он пытается улучшиться и выйти на прием. Активное добивание со стороны Ильи видим. Три удара пришлось в цель. Тем самым набирает очки. И мы видим точные попадания со стороны Ильи. Попытка выхода в сайд-контроль. И Андрей вынужден сейчас защищаться из очень невыгодной позиции. Сел фулл маунт. И мы видим удачная попытка, и перешла инициатива уже к Андрею. Смена позиции произошла. Так, работа. Ну, что-то неактивно. Судья видно, может поднять стойку. Немножко измотали друг друга. Выход на треугольником видим. Выход на треугольник. Попытка удушения со стороны Ильи. Ну, чуть-чуть неплотный захват. Мы им сегодня надо уплотниться. Уже видели треугольник в одном из поединков. Красивый прием. Недавно Хабиб реализовал этот прием вот, более во всей красе. Более плотнее затягивается треугольник, и мы можем увидеть сдачу сейчас.
Андрей не оставляет попыток выйти. И пока у него получается защищаться. Видим. Все, сдача. Сдача, победа. Победа, сдача. Победа или треугольником. Красивый прием. Красивый бой, красивый прием. Он определился у нас полуфиналист категории 84. Поздравляем Илью с замечательной победой. Ну, следующим приемом треугольник победу одержал и вышел в 1/2 финала Гран-при 2020 представитель Макеевки команды «Ратник» Илья Самодун. Ну а всех участников мы просим выйти в октябрь для общего фото, завершающего фото нашего сегодняшнего вечера. Ну мы всех рады вас видеть. Друзья, надеемся, что сегодняшний вечер был интересен. Всех телезрителей мы поздравляем с очередным турниром, реализованной командой. Ну и ждем вас в скором времени на Selection 12. Ждите анонсов.